Все нормально, все правильно. Давай, 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 смелее, смелее. Давай еще, пускай выдает, пускай выдает. Очередного скалолаза сняли спасатели с Никольской сопки. 24-летний парень решил взобраться по отвесному склону недалеко от батареи Максутова в камнеопасной зоне сопки и не смог спуститься. Его понемногу стаскивало вниз. Как и многие другие незадачливые покорители Никольской, житель Петропавловска преодолел почти весь склон, но не смог подняться и застрял. На место вызова прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ ЦОД. Обнаружить потерпевшего смогли на высоте около 30 метров. Было видно, что он в плохом физическом состоянии. От перенапряжения мышцы сводило судорогами. Для помощи к парню поднялся наблюдатель, помогая ему держаться на склоне. С помощью альпинистского снаряжения, сделав наверху страховочную станцию, один из спасателей спустился к пострадавшему со страховочным оборудованием для парня, зафиксировал в страховку и помог спуститься на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.